Всем привет, это Ирина Воскресенская. Я была в Фикспрайсе, подобрала для себя несколько предметов, которые что-то хочу оставить себе, что-то хочу подарить. Скоро праздник, и я думаю, какие-то идеи вам тоже пригодятся. Посмотрите, может быть, что-то вы тоже захотите купить, чтобы подарить своим близким. Давайте начнем вот с такого набора. Мне кажется, очень хороший подарок на 8 марта. Просто отличный. И смотрится он хорошо, упакован хорошо. И эти вещи, ну, сам себе не знаю, купишь или нет, а вот так, если тебе подарят, то это очень будет приятно и нужный подарок. Вот так он будет смотреться на столе. Можно и раздвинуть, можно в разные места стола поставить. Можно просто поставить на стол и использовать, как и здесь нарисовано. Здесь показаны сухофрукты, орешки. Но мне кажется, сюда можно и оливки, и маслины, черри, помидорки выложить. Мини-моцарелла. Очень красиво будет использоваться, если вы просто для соуса будете это использовать. Мне кажется, шикарный подарок. Стоимость 149 рублей. Следующее, что хочу показать, это набор вот таких баночек. Посмотрите. Они есть разного цвета, по-моему, два, зеленый и вот такой сиреневый. Красивый очень цвет, такой просто весенний. Такие баночки тоже пригодятся, здесь их три штуки. Стоимость такого набора 199 рублей. Хочу показать вот еще такой декоративный ящик, он деревянный, такой немножко состаренный, это из серии «Прованс». В некоторых магазинах еще эта серия осталась. Посмотрите тоже, может быть, ваша подруга или ваша родственница, кому вы хотите подарить такой подарок, любит какие-то такие состаренные вещи. Сюда можно поставить зелень. Ну, это чисто декоративный, конечно, но вот, в принципе, мне кажется, сюда можно на кухне и под фрукты использовать. Он красивый и хорошо будет смотреться как в интерьере в комнате, так и на кухне. Стоимость 199 рублей. Ну и хочу еще показать вот такую ложку. Мне очень сама она понравилась, и я ее оставлю именно себе. Давно что-то хотела себе такое купить, потому что готовишь, и ложку надо куда-то положить, и очень хотелось что-то такое стильное. Обычно какие-то керамические продаются, но мне ничего по стилю не подходило. Ложка очень стильная, удобная, ну и вообще очень красиво и эффектно смотрится. Я вот сейчас покажу, можно хоть вот так будет половник положить, можно ложки ложить, когда будете готовить. Ну, мне кажется, просто очень красиво будет смотреться в любом интерьере. И мне кажется, такую стильную ложку не стыдно и подарить. Будет приятный такой презентик, подарок. Стоимость 77 рублей. Ну, вот таких еще два набора у меня осталось. Явно вы пойдете к кому-нибудь в гости, и там будут ребятишки, дети. Я вот своей племяннице вот купила такой презентик. Она очень любит ламу. У нее игрушка любимая есть, лама. И вот я думаю, такой презентик для девочки будет очень даже кстати. Такой набор стоит 149 рублей. Ну и посмотрите, какие блокноты шикарные сейчас в Фикспрайсе, очень красивые. Такой блокнот, это будет очень красивый подарок для своей подруги. Или, например, в гости, когда к вам приходят, то сейчас как-то стало принято тоже дарить маленькие такие подарочки. И вот этот блокнот, мне кажется, подойдет. Он небольшого размера. Он, знаете, он такой мягкий, как будто кожаный. Ну, это, конечно, кожезаменитель, но, в принципе, очень достойно смотрится. Я сама очень люблю и блокноты, и ежедневники, и мне самой вот очень понравилось. Стоимость 99 рублей. Буду очень рада, если вам что-то пригодится, вы увидите какие-то предметы, которые вам тоже понравятся, и вы захотите их кому-то подарить. До новых видео, всем пока-пока и с наступающим вас праздником!